До трех считать Саша не умеет. Ля, тарарари. Не спеши, понял? Ну, пожалуйста. Внимание. Не то. Оставим. Что случилось? Ля. Три четверти. Я так и играл. А сейчас опоздал. Сейчас опоздал. Так, ну без тебя. Внимание, минуточку. Ребята, Пущин вас не должен сбивать. У вас свой ритм. У вас как пульс все время. Та-та-та-та-та-та. Пульс в оркестре все время пульс. Триольки. Та-та-та-та-та-та. А у него мелодия совсем не схожая с вами. Внимание. Играем. Раз, два, три, четыре. Играют только вторые голоса. Три, четыре. Раз, два, слушай, вот, отлично, раз, два, три, четыре, раз, вот, молодцы, вот это да, не ожидал, очень хорошо, ну а теперь покажите, те, кто играет триоли и баритоны и тенор, ну-ка, внимание, трубачи и баритоны, три, четыре, да-да-да-да-да-да-да, стоп! Стоп! Лаушки, куда ты все торопишься? А? Ты что, не хочешь научиться играть? Нет. Зачем сюда ходишь? У меня брат музыкант. Брат музыкант. А что он кончал? Битлз тоже ничего не кончали. Битлз. Ну и что, из того? Что ты хочешь? Всю жизнь по улицам прошататься? С этой шпаной? А? Можно я сегодня в 5 часов выйду? Кончится репетиция? Уйдешь? Михаил Деревич, давай. Вторая цифра. Так, повторим, только активно. Внимание, полный звук. И... Хочется нам развеять, обсмеять, разоблачить. Но давайте вначале выслушаем. А выслушав, давайте не станем торопиться с выводами и быстрыми решениями. Ведь хуже всего это на всякий случай завопить ату при виде того, чего не понимаем и с чем не соглашаемся. Да, странные игры выбрали некоторые группы молодежи. Не только непонятные, но и раздражающие оперения себе нашли. Но повторять, освоить, рассмеять, разоблачить, топлив ногой, ну что за слова ты произносишь? Ты легче легкого. Самое печальное в том, что воспитывая по мелочи, на соблюдение галантерейного парикмахерского режима, мы можем проиграть и по-крупному. Встреча в студии лишний раз убедила нас в том, что молодым необходимо свое поле социальной деятельности. Отсутствие его приводит к поиску заменителей, не всегда безобидных, нередко уводящих молодых людей от реального участия в сегодняшней общественной... Здравствуйте. Здравствуйте. На этом мы заканчиваем очередную передачу. Папку не видели? Нет. А Костю? Нет. Ругаться приходил с отцом. Шуму там было. Отец опять... новую невесту привел. Вон телевизор починили. Хорошую? Таких хороших, знаешь. Прости, Господи.
кран не забудь закрыть. Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю туфли и галстук, шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Ведь я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Достаточно. Спасибо, спасибо. Все уходит без возврата, в сердце мне взгляни опять. Это сердце как могла так бездушно исхлестать. Я виновен, знаю, знаю, от меня немало зла. Спасибо. Ну, вы понимаете, все достаточно хорошо органично. Органично все, хорошо, симпатично, но... Я уже сказал, что я пою для конкретно, так сказать, людей. Но я уже сказал тут, но тем не менее... Ну, хорошо, пойте. Да. Мой взгляд встречает кучку ребят, чуть повзрослее октябрят, а уже панки, будущие хулиганы и хулиганки сидят. Делят полбанки. Вот уходит детство из-под ног. Вот передо мною 100 дорог. Но если встать на них с обратной стороны, то все они равны. Дождь, а я стою на мокрых камнях. Ждут меня мои мысли в тумане. Мы с тобою встретились случайно. Мы с тобою встретились случайно. Мы с тобою встретились случайно. И твой взгляд меня пронзил как ток. Я никогда не видел такого чуда. Бархатный холм в океане, как гор верблюда. Музыка нежно льется из ниоткуда. Нет вокруг никого. Воу-воу. Костю не видела? Нет. Привет! Как дела? Нормально, Костю не видел. Не знаю, тусовался где-то. Его еще Хохмач искал тут. Здоров. Привет. Ты Костю не видел? Не, не видел. Ну ладно. Здорово. Вот, Вадим, попросил тебя, добавь красного. Сколько можно тебе добавить? Добавить? Ну, буду я, обещал, значит. Буду. А это что там? Занят я, мы дискотеку готовим. Ты меня по... Слева готовим. Что? Привет. Только не здорово. Надо, садись. Не надо. Ел, ел я сегодня. Да. Так, мы будем показывать. Хорошо, сейчас, секундочку, доработай. А это кто? Да это же Черчилль. Ты Костю не видел? Костя, Костя. Петь, у тебя клей есть? Нет. Я пойду принесу. Давай.
Полевой. А это кто? Это папа. Римский, что ли? Да. А Арджа будет? Костя. Хорошо. А ты забыл? Ладно. У отца зарплата. Ну, к нему пошел. А Стил? Еле нашел тебя. Чего же не искать? Успокойся. Откуда ты? С репетиции. А как? Нормально. У тебя как дела? Яблочко хочешь? Давай. На. Ты материну шубу продал. Не ждали. Ты что, разведчик, что ли? В шкафу нет. Я домой заходил, голо. Ну и что? Мне деньги нужны. Ладно. Я тебе уже... Ну давай, 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 давай. Деньги ему нужны, понимаешь? Я тебе потом все объясню. Ну, можешь ты понять, мне ведь действительно нужны позарез. Нету у меня. Я ведь редко прошу. За халтуру получу, отдам. Я сказал нету, значит нету. Че тебе еще? На вот тебе, сын. Ну, Марю, не потеряй. А на концерт сегодня пойдешь? Конечно, приду. Слушай, выручай, бабки есть? Да нет. Ну, тоже на мели, ясно. Привет, маклер. Ну, извини, старичок, пока. Где синтезатор? Здорово. А Хохмач где? Хохмач передавал тебе привет. Ты не знаешь, с кем играешь? Гони бабки. Он же знает, что у меня сейчас нет денег. Мсье, это уже ваша беда. Долги надо платить. Порядочные люди так не поступают. Гони синтезатор или бабки. Откуда у него-то? Поздравляю. Спасибо. У тебя замечательный был. Да? Спасибо, милый. Да. Я знаю. Так. Ты можешь подождать меня в кафе? Угу. Кофе возьму. Давай. Я пошел. Пусть Хохмач разбирается, я перед... Стой, ты куда? Я тебе сказал. Зачем так грубо, сударь? Вы что-то не поняли? Ты мне что, угрожаешь? Значит так. Да ты... Внимательно да, слушай да, меня и запоминай. Да, для чего? Никогда. Ты понял меня? Никогда не суйся в мои дела. Я тут при чем? Я себе нужно было взять бабки. Я тебя больше не видел, понял? Привет, Хохмачу. Я тут при чем? Месье. Чего-то они... Че это ты пропала? Я не пропала. А я соскучился. У меня клиенты ждут. Да? А я разве не клиент? Ты клиент? Конечно. А, ты клиент. Хорошо. Ира, Ирочка, тебя к телефону. У меня концерт послезавтра. Ну что? Не хочешь на меня посмотреть? Только посмотреть? Ну, может быть, и поучаствовать. Кстати, а в сарае с кем ты была? Хохмач. А тебе какое дело? Ну, ну и хорошо, ладно. Натурального нет ничего. Но... А сегодня что ты делаешь? Сегодня? Сегодня я занята. М? Занята. Жаль. Ну, иди сюда. Ну, я побежал. До послезавтра. Угу. Yeah, 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 yeah.
ночь выплывает из белья, мой дух не помнит того дня, когда бы два что не танцевала. Новые краски! Че пришла? Ты же занята. Передумала. Ну, надоело уже ездить каждый день, как дурак сам. Нет, мне прямо уже надоело. Здесь столько народу, невозможно работать. Извините, пожалуйста, вы не могли бы нам одолжить бас-гитару? Наш бас-гитарист забыл сегодня бас-гитару. И могли бы вы сделать доброе дело, а? Сегодня мы вас выручим, завтра вы, то есть наоборот. Что случилось-то? Да, бас-гитару. Ребята, ну как же играть? Кость, ну вы играете? Конечно, играем. О чем разговор? Эй, ну что? Андрей, готовы? Нет? Пора, время. Мне не ясен взгляд тех, кто устал, мне непонятен тот, кто спит. Я не принимаю языка столбов, и мне не интересен вид. Я люблю окно, из окна виден день. Видна ночь, и если кто-то думает так же, как я, мы с ним похожи, точь-в-точь, мы вместе, мы вместе. Хорошая. А вот твой вид, прическа, это вени моды или какое-нибудь направление? А какая музыка? Хорошая. А вот твой вид, прическа, это вени моды или какое-нибудь направление? Нет, это не направление, не вени моды, просто желание. Желание, да? И вот все в группе вот так вот одеваются, не причесываются? Все. Нет. Кто как хочет, так и причесывается. А вот поклонники ваши копируют ваши жесты, прически? Иногда да, иногда нет. А относишься к какому направлению? Брейку, тяжелому року или что-нибудь еще там? Волна. Волна. Чаще или панк-волна. Просто волна. Новая. Ты что, не ушел? Так остаешься или к отцу? Ну что молчишь? Да тут останусь. О. Это интересно. Ну-ка. Так. Ну, убери. Ну, хватит. Смотри, на хохмача похож. Что ему тебе надо? Спать не собираешься? Да, ну. Не устал? Нет. Ну, смотри. Хочешь, я тебе сон расскажу? Представь чистое-чистое поле, такая сочная зеленая трава под ногами, и солнце окунается в горизонт, ярко-красное. И мы бежим к нему вместе, втроем. Ты, я, отец. Вот тут я отталкиваюсь. А мама? Дальше.
Я отталкиваюсь и взлетаю. И так, знаешь, легко и свободно. Так вольно дышать. Такой кайф. И тут я вижу мать. Вернее, я ее не вижу, но я вижу ее не так, как тебя. Я вижу одни глаза. И они смотрят на меня с такой скорбью, с такой грустью. И тут я понимаю, что это и есть... Что это и есть любовь. И всякий раз, когда я это понимаю, кто-то сзади зовет меня. И приходится просыпаться. А просыпаться, я тебе доложу, такой облом. Ну и что же, надо жить. Жить продолжаем. А сон этот, это что-то для меня, как чей-то очень добрый подарок. Ты что, хочешь быть знаменитым? Хочу ли я быть знаменитым? Да, конечно, хочу. Мало того, хочу и буду, я сказал. Ой. Да я и не знаю как. Ну, что тут словами скажешь? Сам все понимаешь прекрасно. Давай лучше я спою тебе. У истоков голубой реки бродит синий слон и розовый конь. Им в глаза глядит весенний день и кладет их тень на ладонь. Их ласкает ветер мягких трав, им поет вода песни сонного дна. И в разводах солнечных колец им смеется лес, и я. В синей воде отдыхает день, в зарослях роз кружат стаи стрекоз. Танцуют все! Вашу ручку вправо подам. Прошу, пани. Я урок вам на природе дам. Уснул студент, и в магазин ушла сторона. Сынок, ну, понимаешь, ты, ну, вот, ну, бедный ты человек. Дескать, какие у него там будут отношения семейные. А да что было меня обижать? Купно со врагами моими на честь и амбицию честного человека посягающие. Ваш покорный слуга, Макар Девушкин. Чего вы ушли? Я не знаю. Я извиняюсь, так вышло. Как вас зовут? Света. Светлана Ивановна.
Так вы бы это как-нибудь серьезно, что ли? Хорошо, я согласна. Идите, там вас отец ждет. А соседи? Она ему не жена. Ну, никакая. Ну, посмотришь. Ну, посмотришь. Хорошо, ну, ладно, посмотришь. Не надо спорить. Садись. Может, хозяева кто-то из них. Видел эту? Вот уж нашел. Тетя Вер, не троньте ее. А ты что думал? Я ее тут Наденьки на переднике на кухне видела, какую-то дрянь жарила. Хохотали, хохотали, предатели. Пускай носит. Может, у них что-нибудь получится. Да что у них получиться-то может? Вы ж дома-то не живете. А это уже наше дело. Ну, что ты с парнем-то связываешься? Ну, ты посмотри, ну, что делаешь. Ну, ребенок, только послушай. Ну, а ребенок-то при чем, ребенок? Посмотри, разве он может воспитать? Ну, конечно, не может. Да, новая жизнь. Новая жизнь. Может, не надо? Что значит не надо? Надо? Надо, надо, надо. Давай. Так. Сынок, благослови. Вам жить. Пушками продавался, как будто, если верить словам, музыкальный конструктор, делай песенку сам. Там детали лежат необычные, чтобы складывать песни отличные. Песен сколько угодно, только надо сперва популярным аккордом вам поставить слова. Любовь, любовь, луна, луна, звезда, звезда, надежда, надежда, река, река. Рука, рука, закат, закат, как прежде. Цветы, цветы, сады, сады, дожди, дожди. И вновь, и вновь, любовь, 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 любовь. У меня этот путь, тем не менее, вызывал поначалу сомнения. Бабушки, ты опять отличаешься? Ладно, потом разберемся. Эдик, ты не очень удачно сыграл. Ритм качался, учти. Надо тебе на будущее учесть. Сережа Матвеев не попал на ноту до третьей октавы марша на Химовцах. А вот в персидском марше баритоны все не попали на второй цифре. Очень нехорошо. Да ладно, что ты на них?
Мы с вами, ребята, тоже выполняем очень важную работу. Мы дарим людям радость. И одна ваша нота, сыгранная фальшиво, может испортить настроение не только мне, но и тысячам хороших людей. Вот о чем надо думать, бабушки. Это осенний плюс. Гонит прочь, значит, выбора нет. Я сюда никогда не вернусь. А не хочу и не умею.
Готовы? Угу. Тогда я пошел. Давай. Петь, Паша где? Да он уже на сцене. Ну что, пошли? Пошли. Ну, не пуха. Черт. Аночка, побросим. Аночка. Костя! Костя! Давай. Угу. Граждане, освободите проход. Радость почистили зубы и спят. Звук, которым когда-то был крик, в рот набрал воды, прикусил язык. Ржавчина выжженных звезд отражает промежутки сомнительных лет. Плесень несет свой пост, прикрывая покрытый коростой подмост. А волчья ягода, черная кровь, и мое темноводье будет тени в одну. Публичных костров вижу в лица. Эй, начальник покорных прав. О, на помаженных душ жирные рты плетут слюной кружева. Свей лагает из луж души тех, кто принял печать. Маэстро, душ живым. Это лишь остановка в пути мертвым. Привет! Ой, привет. Ты посмотри на него. Явился, не запылился. Опа. Надоел ты нам уже. Сколько можно, а? Сколько можно, столько и нужно. Слушай, ну смотреть на него нужно. Ну, не обращай внимания. Вы... Не обращай внимания. Вы грустные люди. Иди обедать. Совершенно. Слышишь, обедать иди, обедать. Не поняли? Одинаковые. Ты-то понял? Обедать иди. Нет, сейчас. Я пообедаю, у меня... Пиши мне. Тоже. Режим. Ну, давай, давай. Слушай, ну взрослый человек, а ведешь себя как маленький. Ну посмотри на себя, а. Ну чего уставился? Посмотри. Ну что смотришь? Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине.
движение к весне от весны. Все черно-белых строк, телевизионная блеть. Я так хочу быть тут, но не могу здесь. Воздух. Приезжают проверяльщики. Иди лучше в зал. Моё я в конце концов вам... Костя ночевал дома, знаете. Опять ругаться приходил.
Привет. Здорово. Ты что? Как дела? Нормально. Не Кобзон. О, Кобзон. Андрюша, ты обещал поносить. Махнемся? Подожди, мне поговорить с тобой надо. Я сейчас. Кохма. С нами будешь играть? Или теперь у тебя своя команда? А? Я говорю, давай к нам. Нам клавишник нужен. Выпьешь? Вина не пью. Как хочешь. А я выпью. Хохмач, привет. Здорово. Ну, не ждал, Хохмач. Должок-то с тебя получать когда-то нужно. Что? Я насчет шарманки. Шарманки? Да. Старик, мы тут кайфуем, а ты появился сразу. Я тебе говорю серьезно. Завтра в 6 ждем тебя у Сайгона. Волоки синтезатор или бабки. Пошли домой. Погоди, мне тут с приятелем договорить надо. Это твой брат? Да. Твой РСКК. Пошли, говорю. Ну что пристал? Надоело тебе здесь? Иди один. Не хочу один. Сырый парень. Весь меня. Ага. Ну ладно, ладно. Ну, я сказал, иди, ну. Погуляй, сейчас идем. Ну что, повторить или не нужно? Ну и где я возьму до завтра? Послушай, тебя не было 3 года, а теперь ты ко мне с какими-то претензиями. Сам подумай, ну что от него могло остаться? Раскурочили давно. Ты же рокер. Я бывший рокер. Есть вариант. Ну и какой? У Маклера в клубе есть синтезатор такой же. Так вот, ты туда пойдешь? Ну. Что ну? Пойдешь и возьмешь. Слабо, что ли? Слабо, наверное. Я музыкант, а не вор. Мы тоже не воры. Ладно. Не дрожи. Окей. Шучу. Пошли. My name how much? Это что? Заводка? Значит так. Я не знаю, чего ты хочешь. Ты явно чего хочешь. Я сказал. Чего? Запомни, кто бы ты ни был, никогда не будет бар. Чего? Да я же пошутил. Я тебе сказал. Я с тобой. Ангелина. А тебе чего надо? Чего ты пришел сюда? Ну, что ты сидишь? Что ты хочешь? Ангелина, ты ж хорошая. Кто? Я хорошая? Чем-то я хорошая. Вот братец твой так не считает. А я его люблю, понимаешь?
Да только он плевать, он хотел на всех. И не только на этого папашу вашего, но и на меня, и на тебя. Хватит. Ангелина! Так. А ну-ка, вставай, пошли отсюда. Подожди, я сейчас. Пошли, пошли. Подожди, пусти. Пусти, тебе говорят. Пусти тебе. Ну, пусти тебе, говорят. Костя. Давай. Давай отсюда. Ну чего ты за мной ходишь? Ты пойми, я хочу жить, да как я хочу. И никто не вправе, слышишь, никто не вправе помешать мне в этом. Здесь мое место. Это моя жизнь, мой кайф. И я без этой жизни не могу. Но не могу. Поэтому буду вот так жить. Ты же знаешь, меня, да что там меня, всех нас изменить уже нельзя. Нас можно только уничтожить. Уничтожить, ты понял? Пошли домой. Значит так, ты сейчас идешь домой. Хотя я не знаю, где твой дом. А мой дом... Вот он! Смотри, какой хороший. Ух, а вот и ключик. И теперь мы будем его открывать. И окна, и двери. Открывать! Этот мой дом! Открывать! Я же люблю тебя. Вот как! А теперь мы будем его строить! Ну еще раз! Еще раз! Кайф! Самый веселый дом! В мире дом! Мой дом!
Лаушкин, иди сюда. Там не хватает в группе, ну, будешь исполнять соловья. Иди, пожалуйста, вместо Вадика. Вместо Вадика. Вадик заболел, вместо Вадика, пожалуйста. Эдик, смотри на меня. Вторую цифру, пожалуйста. Внимание. И... Можешь кофе пьет, черт его знает. Посмотри. Ну что вы столпились? Документы наши. Какие документы? А чего? Что он сделал? А что он сделал? В чем дело? Точно, стойте, спокойно стою. Нормально. Что вам нужно? Какие-то... Ну посмотрите на него, это же самосой. Самосой, сюжет, все прекрасное, чистое. Интеллигентный человек. Документы, говорю. Ну ладно, покажу. А то граждане ЦМР размещают, смотрят. Пожалуйста, пройдемте. Ну что, товарищ милиционер, забрать как начинается. Товарищ милиционер. Пожалуйста, ЦМР, пройдемте. А что вы задержали сегодня? Ходил, плевался. Ходил, плевался, да? Да. Вас устраивает такой внешний вид? Да. А обращайте внимание на других граждан, как они одеты. Ну что ж поделаешь, если у них такая мода. Я не модный. Такая ваша редко встречается. Ну, в этом мы не виноваты, что мода такая. А кто виноват? Не знаю. Ну, откуда вы такую моду взяли? Видимо, от себя. От себя? Да. Ясно. А как на работе смотрят на вашу моду? Работаю нормально. А как одеваюсь, никого не волнует. Ну, а с вами разговаривали? Ну, разговаривали. Наверное, такие же вопросы. Нравится-то вам? Каждый отвечает сам за себя. Мальцировщик сын. Почему вас задержали? За внешний вид. За внешний вид, так. А почему у вас такой вид? Ну как почему? Хочется. Ну как? Откуда вы взяли-то? Увидали где-нибудь? Ну почему? Вас устраивает? Устраивает. Вполне устраивает. А чем он вас не устраивает? Я не понимаю. Я же не хулиганя на улице. А еще что? Да так, ничего. Ночевал-то где? У друга ночевал. Голодный, что ли? Да нет, тетя Вера. Ты голодный? Иди поешь. Что, с отцом что-нибудь? Да ничего. Может, поешь чего? Не, я ел. Ну что ты смотришь на меня? Костю не видел. Костю. Прости ты меня, дура, а? Прости ты меня. Ты прости. Вот,
Вот все, что у меня есть. А твой брат ничего не знал. Про меня из дома меня выгнал. И ты стоишь, смотришь на меня. А у меня вот отец твой появился, у меня же все в жизни по-другому стало. Приходите сегодня домой. Я первый раз подумала, вот у меня дом свой будет. Семья, а не это только. Я подумала, может быть, как-то у меня все наладится. Отец твой, вот знаешь, вот прямо, вот как в первый раз. Света, стаканы. Хочешь компот? На, выпей компот. Ты подожди, не уходи. Ладно, стакан, я сейчас приду. Да иду. Ермак прошептала чуйка. О небо и земля. Я рад, воскликнул Ермак. Я покажу всему свету. Молчишь, и тени густеют, но видишь, бледнеет пред зарей восток. Увидеть целую поэму одной слезинки моей жилейки, дай мне стереть поцелуями эту слезинку. Смотрели третью серию многосерийного телевизионного художественного фильма «Бедные люди» по роману Федора Михайловича. Вас могут обворовать. Что, хочешь обворовать? Ты что, знаешь кто, да? Нет. Кто на вахте? Да, я слушаю. Татьяна Дмитриевна, почему посторонние проходят? Мадам Жан Верне Этюнфан, Луаси Ангерсон. Кто ты? У вас даже сигнализации нет. Пьер Эгерсон. Обворовать вас могут. Иди, иди, не мешай. Иди, иди, потом. Це Франсуаз. Франсуаз Этюнфан. Смотри туда, где едет мой Кадиллак, Кадиллак. Его я вижу в отражении твоих блестящих глаз, мой Кадиллак. Ты слышишь гул мотора, к тебе едет мой Кадиллак. Информация мне поступает извне, через мозг мой, который в голове. Он уже решает, а может быть когда... Можно я буду петь по-английски? Пожалуйста, пойте. When I take your hand, sing your songs, that maybe you would say... Come then with me, love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older. Разбеснился сон мне странный, что влюбился я в козу. Будь то зорькою туманный, с ней любезничал в лесу. Говорил ей комплименты, осыпал потоком фраз. Те ужасные моменты, как кошмар я вижу сейчас. Я ей домно объяснил. А сказка, как известно, один характер носит. Там радость и смелость всегда торжествует. Коварное зло там наказано будет чудеса. Нам детство возвращают чудеса.
Ты к кому? Проходи, гостем будешь. В старом доме театре. Хочешь макарошков с колбаской? Я уже сказал, по-немецки не буду. Ты к Павлову? Ну, да. Ну, хорошо. Погоди, репетиция закончится, он будет. Карьера Артура Уи, который... Ой, достал. Карьера Артура Уи. Которой могло не быть. Так. Уже верю. Принес? Естественно. Ты принесу. Ну вот презент, носи. Да. Ну что, продолжаем? Да, Жень, что за нас? Я же говорил. Не тронь брата. Я все сделал, что ты просил. Да от этой шпаны все, что угодно можно ожидать. Так, что мы предприняли? Во-первых, решетки. Как видите, работают полным ходом. Я думаю, что сегодня к вечеру все будет закончено. Теперь туалет. Да брось ты, Саня, что брось. Здесь? Прекрасно. Я сам мы все тоже сделаю. Работаем потом, оперативно. Потом. Так же, как и вы. А так, вот это футляре, здесь... что там, посмотри, труба там на месте? Посмотрите. Это Валторна. Да какая разница, труба, Валторна. Господи, не в этом же дело. Собственно говоря, мы сами не знаем, что у нас пропало. Вот она. Я только синтезатор взял. Где он? Дома у меня тяжелый очень. Мы тебе поможем. Товарищ лейтенант, я этого парня вижу в первый раз. И ребенок, наверное, получает первоначальные азы доброты, гуманности, честности, хорошего такого товарища. Ну чё? Боря, давай! Молоток. О, сынок! Иди сюда! Три часа, и там мы с вами разберемся. Три часа, конечно, я приду. Вы не ты, пригласите, пожалуйста. По-человечески, чтобы вы вникли в суть вопроса. Я сказала, извиняюсь. Мы поставили, что касается сигнализации, то вы должны сами понимать, что... Подписывать я ничего не буду. Товарищ! Садитесь. Я говорю, что исполком сколько раз нам уже отказывал. В чем дело, товарищ? Третья категория, это не так просто Скажи. Сделать. И поэтому, сынок! Хоть поймите, мы-то здесь при чем. Это твой отец? Коллектив не должен страдать. Имя, отчество? Надо... Мое? Да. Лаушкин. Лаушкин. Юрий Викторович. Что, наша, да? А в чем дело? Что насчет вроде? Что случилось? Понятые, подойдите. Поглядите, что там, в конце концов. Разобраться надо. Я ничего не знаю. Да посмотрите, посмотрите, что там. Черт, ты знаешь, что там лежит. Синтезатор. Распишитесь. Ну, хорошо. Вот здесь. 79-го года на клубной работе. Да нет же, вот здесь. История впервые. Я даже, честно говоря, никак не ожидал. И растерялся, и даже не готов к этому. Да, подойдите сюда. Потом что касается, вот знамя, например. Вот здесь. Соревнований. Первый, второй квартал было за нами. А теперь что же... А в чем дело? На честь коллектива. Хотелось бы как-то с этим разобрались, когда концу. И потом, я, честно говоря, не удивлен с этим. Я вас жду через два часа. Вы сами видите, куда мы пришли. Это какая типичная уголовщина. Я думаю, что... Костя. И отвечает заочно, заочно. Извини, парень. Вон туда. Сама придумала. Костя, иди-ка сюда. А? Ну иди. Явление.
Ты откуда? Пошли. Я сейчас вернусь. Ну и что случилось? Ты знаешь, где твой брат? Ты знаешь, где твой брат? Где? Он в тюрьме! Что происходит? Все нормально, старик. Что ж ты наделал, сынок? Если взял, то зачем? Я из-за брата. А что ему нужно было? Я не для него. Брат, конечно, знает об этом. Нет. Но зачем для брата? Что там? Я боялся, что он сам возьмет. А зачем он ему нужен? Он сам хотел, что ли? Его ребята сгоношили. Понятно. А где твоя мать? Семен. Она умерла. Когда? Год назад. А отец? Выпивает иногда. Гуляет. Ты его часто видишь? Не очень. А хотел бы видеть чаще? Хотел бы. А что для этого нужно сделать? Что мешает? Не знаю. Придется подождать. Посиди. Сейчас его посадят? Думаю. Тебя посадят и меня посадят. А тебя-то за что? За тебя в первую очередь. Угу. То есть как я такой, тебя, да? Такого вырастил, тебя такого? Иди отсюда. Слушай, пап, давай подумаем вместе. Папа. Что делать? Папа, не дыши на меня. Старик, ты пойми, я же ведь не знал. Иди. Иди там кайся. Я каяться не буду. Ты его подговорил? Ты с ума сошел? Ну кто, я что ли? Зачем я сюда пришел? Ты сам подумай, зачем я сюда пришел? Как пришел, так иди отсюда. Давай. Старик, ты гонишь что-то. Ты всю жизнь так. Чего ты встал-то? Постоять захотелось. Ага. Быстрее, быстрее! Поехали, ребятки! Поехали, поехали! Михаил Терентьевич, стой здесь, понял?
ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все. Лодка на речной мели скоро догниет совсем. Лодка на речной мели скоро догниет совсем. Дремлет на груди моей и в кружевной